Всем привет-привет! Вот такая я сегодня. А я такая красивая. Кофту обожаю. Вот эту вот. Она такая мягкая, такая мягкая, такая классная. Смотрите, какая. Рукав вообще супер. Вот эта вышивка. Просто мечта. В общем, тогда я даже одеваю свою жилетку. Вот эту а-ля меховая. Чтобы видно было рукав, что он у меня красивый. Вот, сейчас поеду в Алькампу, отвезу пульт, который нам больше не нужен. И знаете, что я хочу на завтра приготовить? Блин, как они? Голубцы. Куплю качан капусты и фарш. И сделаю за бабаню голубцы. Обожаю голубцы. Ну, тогда, наверное, надо и сметану покупать. Голубцы без сметаны, это как? Это никак. В общем, вот. Надо застегиваться. И вот такая я сегодня крутышка. А я юбку сегодня нашла, представляете? Я знала, что она у меня есть. Вот, но решила сегодня одеть. И она вот с этой кофтой. Свитер, он не свитер, не знаю что. Ветрище, вообще опять ураган. На завтра дождь передает. В общем, здрасте. Что-то мне лапу дает. И что ли соскучился, что ли? Соскучился со мной. Ты соскучился, что ли? Лизал там себе, лизал. Так люблю его целовать. Так пахнет. У меня вообще собака не пахнет. Ничем не пахнет. Вкусно пахнет. Да, ты только так вкусно, знаете, вот собаки обычно собаками пахнет. А мой Чарли не пахнет собакой. И вот все, кто его брал и кто к нему прикасался, говорит, что действительно, типа, как это он собакой не пахнет? Не пахнет, абсолютно вообще собака не пахнет. Он, знаете, меня может чем пахнуть? Духами. Потому что когда душишься и его вот так вот берешь там руками или что, и он остается запах на его шерсти. Поэтому он у меня вообще не вонючий, он у меня очень чистый и очень любит он чистюлей быть. Да, моя сладкая рыбка. Все, домой сейчас пойдем. Замерз, что ли, он не пойму. Дрожит. Вот такие пироги у нас на повестке дня. Телефон. Ой, телефон, блин, манду. Пульт менять. Сейчас поменяем. Вон там надо его менять. Занято, по-моему. Занято, никого нет. Там женщина, она занята. Gracias. Un momentito que viene un compañero. Все, сделала. Сейчас иду за фаршем. Я вообще не люблю фарш покупать готовый, но... Ну, сегодня куплю. Сама делаю фарш, у меня мясорубка есть. Я люблю в равных порциях говядина, свинина и курица. Сегодня, наверное, куплю свиноговяший. Блин, мне так, знаете, уже давным-давно захотелось голубцов. И вот сегодня вообще прям все загорелось и хочу. Так что ищем хороший вилочек такой симпатичный. И капусточка у нас вот тут. И фарш. Капусточка, капусточка. Капусточка. Такой, чтобы он небольшой был. Цветной капусты навалили. В принципе, я капусту люблю. Вот этот, мне кажется, очень даже симпатичный. Поэтому мне никогда на... Господи, да иди ты сюда. Лишней не будет. Она уже взвешенная. Да. 50 евро. Капусточку взяла. Мне, наверное, тележечку надо взять еще. Сметана тут у нас тоже рядом. Сметану возьму кислую.
что-то мне кажется, для капусточки. Ой, для этого. Для голубцов подойдет кислая капуста. Вот смотрите, у нас здесь есть, видите? Агрия кислая. Ната агрия кислая, 24% жирности. Кислая сметана, очень вкусненькая. А если хотите послаще, то вам... Кстати, вот смотрите, 30% сметана, огромная банка. 2,56 с Монтана. А если обычная, то вот. Это вот обычная сметана. Она у нас евро 53. Это кому, кто в Испании живет и хочет сметану. Господи, как тут холодно. Так, идем за мясом. Так, сметану, мясо. Так, а что я не посмотрела, сколько она это стоит? А, посмотрела. Так, сейчас идем за мясом. Ты фрио, здесь так холодно, ужас. В холодильниках не люблю ходить. Мясо я в Алькампу не очень беру, поэтому даже, по-моему, будем только догадываться, где есть фарш. Ой, как холодно, что-то я вообще замерзла. Я так замерзла, скажешь. А, вот он уже. Чуть мимо не прочесала. Ой, вот микс-то. Микс-то смешанный, 800 грамм. Микс-то. А что, разница какая? Видите, препарату десерт. То есть это... Соха. Тут вот всего до всего. Это вот не чистый фарш, а смесь бульдога с носорогом. Как я говорю. Буду искать. Выбирать из лучших. Потому что здесь вот не чисто, видите? Допустим, свинина 48%, 32% говядина, а потом идет протеин соевый, протеин фибры какая-то, ромба. В общем, всего до всего. То есть не чистое какое-то мясо. Знаю. Буду искать. Уже дома, сейчас буду готовить пасту вчера, которую купила. Я сейчас готовлю соус, скажем так. Обжариваю здесь лук, зеленый, молодой, на кокосовом масле. Потом добавлю, можно сливки, я добавлю вот это выпаренное молоко. Оно заменяет сливки, не такое жирное. И добавлю сыр. И будет у меня такой вот соус. Вкусняцкий. Ну, там перец, приправы по вкусу. Это все, естественно, соль. И вот эти отварю по инструкции, скажем так. Они из гамм, креветок. Так что посмотрим, что получится. Вот такой соус получился. Я уже его попробовала. Он очень вкусный. Так что сейчас отварятся мои пельмешки и будет в соусе вот такая вкуснятина. Супер калорийно и супер вкусно. Все как я люблю. А потом к вечеру пойдем спортом заниматься и все это сжигать. Я их уже выложила в сковородку, смешала с соусом на двоих. Здесь даже за глаза. Так что всем приятного аппетита. В общем, мы погуляли, зашла по дороге, купила себе два авокадо маленьких таких, но они очень спелые. Ну, как очень спелые, спелые. Для завтра уже подойдут. Завтра покушаю. Они по 2 евро килограмм, маленькие такие, но они уже, если их не продаст, то они уже испортятся. И лук у меня, представляете, лука не было. Купила лук. А сейчас буду приготавливать капусту голубцам. И пока она мне будет готовиться, я, во-первых, помою посуду. Во-вторых, поставлю рис до полуготовности и приготовлю фарш для начинки, скажем так, капусты, да? Доделывания голубцов. Капустные листья буду готовить легко и просто, как я уже давно так делаю. Я вырезаю вот эту кочерышку из капусты, убираю вот эти все листья, которые не нужны, ну, которые... Не то, что не нужны, они, видите, грязные и в общем, они никакие, да? Они нам не нужны. Вот, убираю эти листья.
И потом отправляю на 8-10 минут в микроволновку, прям целый качан. Так вот снимаю вот эти листья, которые непрезентабельные, скажем так. Это вот все срезаю, помою ее и отправлю на 8-10 минут в микроволновку. Потом снимаю вот так листочки, если они твердые, опять в микроволновку на 2-3 минуты. И все, и листья готовы для начинки и отварки. Делаю много сразу, ну как много, насколько мне позволит полкило фарша. Купила вот такой, выбрала из всего, вроде бы как без всяких консервантов, без всяких красителей. Ну, глютен, лактоза, мне это не важно. В общем, выбрала вот такой марки Элькоса. Там было намного розовее, скажем так, и красивее фарш, но мы все знаем, что мясо, когда контактирует с воздухом, оно становится темнее. И фарш ярко-розового цвета, как-то засомневалась я, что он такой красивый. Естественно, не натуральный, там добавки красителей и все такое. В общем, выбрал некрасивый. Ой, ну, господи, чего? Все равно помирать. Ладно, будем готовить капусту и фарш. Рис надо полуотварить. Вот так вот вырезала кочерыжку. Все, отправляется в духовку. Ой, в духовку, в микроволновку. Смотрите, как легко отходят листья. Ай, горячие собаки. Видите, они прям сами отваливаются. Которые крупные, мы прямо отправляем обратно. Но они, смотрите, все готовы. Видите, можно фаршировать свободно. Вот. Это, наверное, отправлю еще несколько минут. Там у меня делается зажарочка. Лук, морковка и красный перец. Ну, понятно, да? На оливковом масле. Здесь у меня приготовлен фарш. Здесь листья капустные. Будем работать. Четыре я на завтра сделаю, а это заморожу. И будет у меня такие полуфабрикаты. А эта капустка пригодится еще для чего-нибудь, что-нибудь из нее сделаем. Она уже здесь не такая сильно готовая, поэтому самое оно. Можно и на салат, и в общем куда хотите. Сейчас зажарочка приготовится, я туда добавлю томатную пасту. Вот я меркадони беру. Прям томатная паста у нас вот такая вот. Обычно соусы всякие у нас продаются, знаете, не такая концентрированная. А это очень хорошая, это прям наша томатная паста. Добли концентра. Сейчас открою и покажу. Все равно ее буду открывать. Потому что обычно вот продаются такие, как кетчуп, знаете. А это прям наша томатная паста, видите? Вкусняцкая. Но пахнет томатной пастой. Меркадона. Вот. Добавлю томатной пасты, всякие приправки. И будет у меня вот такая вкуснятина на завтра. Муж не уверен, что он будет есть. Он бульончик похлебает. Будет ему суп. Вот. Потому что он, во-первых, он меня не фарш не любит. Не знаю почему. К фаршу превзойденные отношения. Ну и капуста для него это будет слишком. Чарли, ну ладра, ну ладра, Карине, ну ладра. Ке ладра, ке ладра, Чарли, ну. Охранник, мой охранник, соседка пришла. В общем, все, вот так вот меню у меня на завтра готово. Все, я уже приготовила.
Вот так все это выглядит. Вот такая вкусняшка. Тут осталось буквально 5 минуточек, чтобы немножко они мне развернулись, но ничего страшного. В общем, завтра у меня будет со сметаной такая вкусняшка. Так что буду вот на такой вкусной ноте с вами прощаться. Выключаем свой робот, которым я приготовила поджарочку, скажем так, поджарочку, зажарочку. Все, уже намыла целую гору посуды. Мой робот, он вообще сам моется, поэтому я его только сполоснула. И все. А еще я обалдею от своей плиты. Знаете, вообще супер. Даже вот так бумагу оставила и пошла. И она нифига ничего с ней не будет. Она даже не сжигает, не поджигается. Вообще, я прям не нарадуюсь, что таймер есть. Вообще, яйца, знаете, закипели. Я их прям выставляю на 5 минут. И все, они сами выключаются. А то у меня обычно проблема с яйцами, сварка. Я их оставляла и забывала про них. И каши. Ой, блин, сколько у меня каши сгорело. Мама. А это на меня закипело. Я поставила рис. На 18 минут поставлю, и он сам варится. Смотрите, видите? Ничего нет. Выплескивается. Все выплескивается на бумажку. Вот так. Красота. А мыть это вообще зашибись. Попрыскал и все моется. Ой, а то помню раньше газовую плиту. Блин, я готовить даже не хотела на ней, потому что потом ее мыть. Вот эти все штуки вот. Ой, ужас, как вспомнишь. Так что ладно, хватит болтать. Время уже позднее. Надо уже телек смотреть и отдыхать. И ложек вам монтировать. Так что, друзья, пишем комментарии, общаемся, обратная связь. Ставим лайки. Всех люблю, всех целую, всех пока-пока!